субботу в Самарской области пасмурно и дождливо. Температура днем плюс 22, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. В Сызрани днем пасмурно, возможен дождь, плюс 23. К ночи плюс 16. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Тольятти днем кратковременные дожди, плюс 22. Ночью плюс 15. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. В Самаре днем пасмурно, плюс 22. Ночью возможен дождь и плюс 13. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 71%. Магнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.